Еда – это то, что ест человек. Мы едим, чтобы не быть голодными. Больше всего я люблю есть фрукты. Яблоки, бананы, апельсины. Еда? Ну, еду человек ест. Еда бывает просроченная, хорошая, свежая. С просроченной мы выкидываем. Любимое блюдо у меня – это салат фунчоза. Я люблю пиццу, суп, плов. У меня бывает готовит папа, бывает готовит мама. Они вкусно готовят. Еда – это пища, фрукты, овощи. Я люблю готовить вареники, пельмени, суп я готовлю. Когда я даю попробовать маме, и она говорит, что молодец, вкусно. Я люблю полезную еду, например, фрукты, овощи, яблоки, апельсины. Есть нужно для того, чтобы быть красивым. Если ты не будешь кушать, то ты будешь очень худым и некрасивым. Я люблю еду, суши, роллы или пиццу, плов. Я думаю, что суши, роллы и пицца – это не полезная еда. Но я все равно их ем, потому что мне они нравятся. Я умею готовить пиццу, торт это и эти суши. Готовить меня научила мама. Учиться мне пришлось недолго, около недели. Я люблю разную еду, но больше всего люблю фруктовый салат. Но мы едим, чтобы жить, не болеть и быть красивыми. И чтобы вырасти большим.